Приветствую вас, братья и сестры. Хотел немножко сказать, что у всех детей с самого рождения есть только в земной этой жизни один источник всех благ. И это родители, да? Мы знаем, что родители им дают пропитание, родители дают досуг им, родители, не знаю, веселят их, да? Ну, то есть все, что у них есть, оно от родителей, да? И такое наблюдение, что я работаю в магазине, и там есть служба охраны, служба безопасности, и чтобы пройти в магазин, ну, в те места, там, где, допустим, простой человек не может зайти, нужно прийти, там много камер, то есть ты просто так не зайдешь, тебе нужно иметь какую-то должность, которая соответствует, чтобы ты пришел туда. Вот. И есть такая интересная, как сказать, можно заметка, да, что один паренек небольшой, я когда пришел на работу, я удивился, он раз и приходит, и без проблем, его никто не останавливает, он приходит туда, заходит и чувствует себя как дом. Ну, я задался вопросом, почему это так? А потом мне сказали, что у этого сына отец, он работает в охране. И то есть все это знают, и он... У него нет прав никаких, чтобы быть там. Но из-за того, что отец, он там работает, он приходит, и камеры, не камеры, люди, охрана, они ему нипочем. У него там работает отец. И к чему я веду? То, что наш источник благ – это Бог. Он через Иисуса Христа, через Его кровь, Он нам заработал спасение. И когда мы придем на небеса, у нас... не будет ничего своего, что мы могли бы предложить для того, чтобы войти. Мы можем только сказать, что у меня там Отец. У меня там Отец, Иисус Христос, Он пострадал, поэтому я здесь. Вот. И сейчас попробуем спеть. У креста хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать в мир течет рекою. У креста честь моя и слава. Там спасенья полнота, на блаженство право. У креста меня нашли благодать и сила, и звезда святой любви путь мой озарила. У креста честь моя и слава, там спасенья полнота, на блаженство право. У креста открылся мне кроткий агнец всего дороже. У креста честь моя и слава, там спасенья полнота, на блаженство право. У креста я буду ждать с верой и надеждой, пока Бог велит принять в царство безмятежных. У креста честь моя и слава, там спасенья полнота,
право. Слава Господу! Слава Господу!